Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в зале имени Александра Николаевича Скрябина. На сцене академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Петр Ильич Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, опус 35, в трех частях. Солист, лауреат международного конкурса Александр Митькин. Дирижер, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Андрей Данилов.
Thank you.
Thank you.
Закончилось первое отделение концерта. Антракт.
На сцене Академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Петр Ильич Чайковский. Симфония номер 1, соль минор. «Зимние грезы» в 4 частях. Дирижер Андрей Данилов. Thank you.
Thank you.